Всем привет! С вами Дэн. И мы вас приветствуем на очередной серии FIFA 17 шоу Аристократы. В этой серии мы пытаемся выиграть у компьютера кубок и при этом не бомбить. Но прежде чем я начну, мне хочется сказать вам что-то важное. То, что никогда не говорил в рамках этой рубрики. И хочу я вам сказать следующее. Не будьте как... Я на такое говно не подписывался. В общем, всем привет. С вами Дэн. Дало эту аристократию, как говорится. Сегодня мы пытаемся в очередной раз у компьютера выиграть матч кубка. В общем, наша задача по факту просто выиграть кубок у компьютера. Почему делается так? Во-первых, мы играем в FIFA 17, а во-вторых, тут нет онлайна. Я пытался один раз, один выпуск мы записали, больше оно не записывалось, я искал. Итак, что мы сегодня, собственно говоря, делаем? Ну, как всегда, пытаются захватить мир. А в данный момент мы пытаемся выиграть кубок. И против нас будет сегодня команда из Колумбии, Атлетико Букараманга. Без понятия, в чем эта команда. Последнее, единственное, что я успел выяснить, то, что эта команда когда-то участвовала в... Долго играла в высшей лиге Колумбии, выигрывала в 90-х чемпионат, даже квалифицировалась в Кубок Либертадорес, аналог Лиги Чемпионов Европейской. Зачем нам это нужно? Ну, больше нету. То есть там это не есть как обычно. Я тут слушал недавно историю про колумбийский футбол, когда им руководили наркокартели и так далее. Здесь нету такой крутой истории. Ну, давайте еще начнем. Я думаю, сыграем мачете и закончим эту серию. Так, в общем, Дэнчил Юнайтед против Атлетико Букараманга. Поехали. Конечно, Боб, надо финте обвести, но я пока так не умею. Видели, как он ждал мяч? Вот это я понимаю. Сразу видно, футбик играет не первый год. Самый идеальный футбол, который тут можно придумать. Оп-оп-оп-оп! Иствуд. Иствуд в очередной раз доказывает, что он крутой вратарь. И против компьютера он точно выстоит. Но нихрена так не будет. Я не знаю, что прикрывать, вспышку справа или вспышку с центра. Оп-оп! 1-0. Мы проигрываем. Магия Иствуда не сработала. Надо что-то делать. Что, все, первый тайм закончился? Окей. Первый тайм. Счет 1-0. Пока все плохо. Но мы можем выиграть вполне. Краткость статовата. Второй тайм. Поехали. Я тут на полной такой концентрации сижу, такой, сейчас все будет. Меня тут дальними просто стреляют. Браво просто. Взял дальним, пнул 2-0. Ох, теперь шансы то, что мы выиграем этот кубок, еще более призрачными становятся. Ну, фол же там был. Ап, да блин, зараза. Это ебаный театр. Есть тут лучший. Смотришь, играешь в FIFA. Ща, куча эмоций, все дела. Смотришь, что ты просто концентрируешься. Да блин. Есть тут лучший. Да, тут забили все равно, 3-0. Теперь я не знаю, как вообще-то вытаскивать. Так, пистолета нету, чтобы застрелиться. Виселица ничего никто не повесит. Все, нападение, все. Стрельнули, ситуация тут катастрофическая, тут вообще просто тут что-то сделать. Твою налево, так в зону вратаря была. Ай-яй-яй-яй-яй, ну хотя бы голик-то надо забить, пацаны. Не даст мне сделать. В общем, проиграли мы 3-0. Без шансов. Данный матч. Теперь у меня есть вариант закончить окончательно с FIFA 17 или все-таки сделать одну попытку. Мое нутро подсказывает, я ему в данный момент
благовольствую, если есть что-то такое слово в русском языке, что все-таки мы сделаем в следующий раз еще одну попытку. В общем, с вами был Дэн. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Не забывайте, что каждый комментарий для нас важен. Если вы хотите поддержать канал Рублю, ссылка на Donation Alerts тоже есть внизу в описании. И увидимся с FIFA 17 на следующей неделе. Всем до скорой встречи и пока. Yeah.